со сломанными крыльями, далеко навсегда и на память от этой радости, на стекле алым, чтоб дождем все эти глупости. Особенно если ты на море, грех не есть рыбу. Одно могу сказать, в Москве буду поэтому скучать. Жалко, что в Москве есть море. Зато там есть море возможности. Тебе, о тебе. Друг. Я сгорел вчера. Вот называется, дорвался человек до отпуска. Ну, я не теряю надежды еще позагорать. Хотя, конечно, на это сил нет уже. Наверное, я обмажусь лотосом сейчас, цветком лотоса. Его искали в сказках восточных, он умел творить чудеса. Интересно, сможет ли он мне сделать так, чтобы у меня нос не облазил в Москве? Ой, вообще, люди, езжайте в отпуске. Хотя бы на один день, как я, хотя бы на два дня. Надо все равно отдыхать, мир смотреть, если есть возможность. А если нет возможности, поставьте какой-нибудь спектакль, и вас повезут куда-нибудь. Целый день я был во Вьетнаме, потому что все остальное время я буду не во Вьетнаме. Все остальное время я буду репетировать с детьми. Это прекрасно. Thank you so much. Thank you. Мне сделали мороженое на моих глазах. Ну почему нельзя говорить матом? Это очень вкусно. Очень-очень. Люди, езжайте во Вьетнам. Здесь круто, правда. Правда, очень дорого лететь, но, поверьте, это того стоит, потому что здесь очень мало людей. А здесь вообще нет русских туристов, то есть все артисты, которые меня сейчас слышат, езжайте сюда, здесь нет русских. К нам приходит полностью группа, да? Да, то есть в полном составе. Первый раз мы слышим песню, чтобы она была совсем новая, свежая, еще никто не слышал. И первый раз у нас, что группа сама не слышала эту песню.